миллионы людей во всем мире. Их объединяет вера в Иисуса Христа. Рождество стало событием для человечества. Теперь мы ведем летосчисление от рождения Спасителя. На нашем празднике мы расскажем вам историю Рождества, познакомим с культурой наших предков. Конечно, не надо идеализировать прошлое, но все равно надо чтить и уважать традиции и обычаи наших предков. Понимая, конечно, что в то время они воспитывались совсем по-другому, да? По другому уставу. У наших предков была жива рождественская традиция – ожидание и свершение чуда. И чудеса действительно случались. И сегодня к нам в гости пришел Рауф Касымов, который хочет вам рассказать историю про Рождество. В этот светлый праздник, праздник Рождества, мы друг другу скажем теплые слова. Тихо снег ложится, за окном зима, чудо здесь свершится и зажжет сердца. Пусть улыбки ваши в этот дивный день будут счастьем нашим и подарком всем. Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества.